Всем привет, наша любимая игра Родина. Ну что ж, давайте немножко поиграем. Так, обрывать только одно задание можно. Так, битвочка у нас продолжается. Там, по идее, у меня должна была есть. С этим мы закончили. И теперь я могу брать следующие. Есть. Кабачочечки я уже посадила. Правда, у меня не очень так со свободным местечком вроде как. Сколько у меня его? Ой, да ну что я заскромничала. Сейчас все соберем быстренько. Так, раз, 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 раз. Собираем, собираем, собираем. Если что там продадим, еще соберем. По-моему, у меня там тетенька одна хотела кабачка. Пришла, говорит, кабачка хочу. Все, иди, тетенька. Я тебе не сказала. Вообще добрая местами. Сегодня. Хоть бы хватило. Я немножко помидор посадила, потому что ну прям очень с помидорами туго. Но у меня что не 200, а больше, поэтому я думаю, что должно все быть хорошо. Так. Есть. Все. Вот люблю такие задания. Ну просто на ура. Все. А теперь надо что делать? Правильно. Освобождать. Так. Сначала проверить, никто ли не просил, чтобы чужое не забрать. Нет, никто не просил. Ну, значит, машинки мои. Так, а на каком мы месте? Вообще, в принципе. Наш союз на почетном 105 месте. Ура! Или? Хотя я даже не смотрела еще. А, на втором, вроде как. Второе, да? А на первом сколько? Ну, чуть-чуть больше. Ой, прикольненько я так машинки взяла. А у меня ничего нет. Так, стоять. А, все уже сегодня собирала. Надо засадить последние. Если что, купим. Так, хотя бы десяток продать. Буду состоятельный игрок. Только деньгов. Мне они не надо, а может кому-то пригодятся. Так, еще десяток точно. Смело. Есть. Так, сначала отправляем то, что есть. Ой, спасибо, не благодарите. Так, смотрим, это есть. Туточки, что нам должно быть. Поставить надо батоны. Ха. Где ж я по-вашему пшеницу возьму, кроме как газетки? И то дефицит. И то дефицит. Успела, успела. Сейчас место забью. Ой, сейчас место забью. А, тут есть у меня батоны. Еще поставим. Так. Проверочка дальше. Смородина. Сейчас смородинка подождет. Начало машинка. Да смородинка подождет, говорю ж. Смородинка. Если что, мы за смородинкой. Так, проверочка дальше. Ой, такое у нас должно быть в проекте. Может быть, но сейчас нету. Ладно. Орешки. Собрали. Спешка важна. Совсем в другом деле. Я не буду говорить, все знают. Все, места нет. Ну, не надо. Так. Ха, кукурузка-то всего одна. Я так не играю. Горошек можно вместо кукурузки? Там кто-то кукурузки просил. Так. Ее у нас есть. А вот тут было очень много. И места не было. А места было очень мало.
я продавала активно. Возможно, куплю. Так, раз, два. Сначала разберемся с тем, что есть. Так, ладно, мы поставим. Мы не гордые. Или накопаем, или поставим. Раз, два, три. Поставили. Так, отправить. Ха. До свидания. Это есть это у нас. Сомневаюсь. До свидания. Так, сейчас попробую купить, кстати. Ух ты, хочу. Это была шутка, да? А я поверила. Поцелуй. Купили. Полетели. Угу. Продолжаем. Ой, надо, кстати, блины ставить. Это не серьезно, у меня там все забито. У меня пятое задание, да? Я же могу уже больше не ждать, что мне для чего-то брать. А, ну да, я могу полностью ставить, что хочу. Итак, собираем сахарок. Ставим сахарок. Дальше смотрим, что у нас туточки. У нас, как всегда, шарики мороженого. Ой, 3 дня еще. Ну, в принципе, 13 штук. Может, еще и успею. Кто его знает. Так, еще 2 места. Так, есть. Что будем делать? Ой. Принимать помощь сначала. Так, ставим. Заводик опять масло. Можно было и сметанку поставить. Сливочку. Так, тут не хочется мне что-то это обрывать. Ой, какое красивое. Давайте его сделаем. 1300. Мне нравится. Юбочка, кстати, юбочка. Надо здесь разобраться. Так, собрали. И раз, два. Где еще у нас такое растет? О, красочка. Ячейная. Так, раз, два, три, четыре. Есть. Так, приняли. И ставим обратно. Поехали. Уехали. Ой. Лаваша-то нету, да? Ну да. И не предвидится. А я его сейчас куплю. Сейчас должны такое продавать, потому что каждый что-то делает для того, чтобы получить долгожданные для фишки детальки. И что никто... Опять со смолой шутите, да? О, это я тоже не хочу. Места нет. Не, ну вообще хочу, но ладно. Сейчас попытаемся. Сейчас зайдем, уже купили. Ой, хочу. Хочу. Я люблю расширения всякие. Что-то так кабачок не очень берут, скажем так. Так, что еще мы продаем? Можем продать. А, кстати, когда у меня кораблик, и что в нем будет? Кораблик у нас будет не скоро. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ух-ух-ух. Так, это, в принципе, надо поставить. Только сначала разгрузиться чуть-чуть. Рыбка есть? А рыбка есть. Так, желтенький.
Итак, по идее, два доступных, а то потом стоять. Да я как-то так, не подумавши, сделала. Так, тучечки еще одну возьмем. Я люблю такие делать, за них дают жетончики разноцветные. Нам синенькие, пожалуйста. Я заказала, если что. Так, два батона. Ну, теперь чего-нибудь. Я уже и на батон согласна. Ой, помидорка была. Продаем. Такое у нас есть, и такое у нас есть. Вот так мы делаем еще 16 машинок, так, на ура, сразу. Или бы еще батончики. Так, кофе я вижу. А сколько у нас свободного места? На данном этапе у нас, ну, не густо, но и не пусто. Так, минута и будет. Еще раз ищем теперь. Много чего. Можем купить батон. Есть ли кто продаст? Есть. Ого! Правильно, зачем нам так много? Еще согласна купить одну кукурузу. Такого я, кстати, видела уже несколько раз только. Этого я не видела. Это нам не дать. Ой, ну почему же 10? Я, конечно, могу купить и потом часть продать. Как говорится, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь. Вот так, созрело. Что, впрочем, надо еще посадить. Так. Это сюда. По-моему, это возможно. Раз, два, три, четыре, пять. Есть. 4. Ну, так неинтересно, конечно. 3. Еще лучше. Сейчас будем придумывать. Сейчас будем продавать чего-нибудь ненужное. Да? Это мы обрываем. Кстати, надо поставить кофе еще. Оно востребованное иногда на машинках. Ха. Фокус не удался. Ладно. Сейчас сделаем два места. Два вакантных места. Так, продавать. 2. Есть. Кто куда? Я с яйцами. Уже 17. Хотя бы 20 так сразу сделать, а потом подождать можно. Пока обновится, перерывчик. Там еще, ого, сколько, день и 5 часов. Так что можно особо так не переживать. Через сколько обрывать? 14, 15, 14. Что нашей принцесски не видно. Так. Берем-с. И... А еще нету. Вы прям так много хотите сразу. Оставить-то я могу, но это же будет очень даже не скоро. Поэтому мы ваше задание оборвем. Чтобы не ждать. Это тоже оборвем. Это я оставлю все-таки.
Это я оставлю, и это я сейчас посмотрим. Могу морожку поставить. А, 42 минуты, а потом только мороженое. Да висит пускай, мне не мешает. В общем, пока весь у нас обслуживание подошло к концу, да, машинок. Сейчас еще раз посмотрю. Тщательно, скажем так. И вот мы с вами немножечко и поиграли. Докури, кстати, покормить. Ух ты, у меня из капусты так все печально было. Это я досадилась. Пока росло, ничего не могла растить. Так, кроме лукошка, ничего интересного. Тут только с картошкой. О, рис возьму, сою возьму. А что там было на второй странице, говорите, интересного? У меня свои есть. Так, хлопья. Ладно, у нас такое уже не помещается. Надо продавать излишки. Это я хочу. Всякий случай, вдруг выпадет. Так, мы как раз купили. Еще 20 штук можно продать. Остальное само уйдет в производство. Постепенно, незаметно. А все-таки мы с вами сегодня немножко поиграли, и я так думаю, что в принципе видео можно заканчивать. И на этом всем пока-пока.